Да-да, это оно оттуда сюда. Представляешь себе, было потенциал двухъядерных бомб. Получается, под низом там вообще все закроет, да. Это здесь соединится. Здесь все похоронено 4000 человек под этой горой. Ужасно. Ага. Ужасно, реально ужасно. Это не шутка. Представь себе, что волна перекатила вот эту гору справа. Волна из озера перенесла, перевалила за хребет. Представляешь? Есть предположение, почему, конечно. Ну, предположение простое. За счет того, из-за того, что построили плотину. Из-за того, что построили плотину. Дело в том, что такая масса Земли, она вот так, понимаешь, она за секунды буквально двинулась. Ты можешь себе представить, что здесь творилось? За секунды, это не то, что там... Это, обычно такой кусок Земли, он должен сотнями лет двигаться, а здесь за секунды он бах. Вау! Просто представляешь? Вот здесь Палестр, здесь занимается справа скалолазанием. Сделать с ним. Здесь, если не ошибаюсь, туалетик с теплой водой в кране. И душу. Свет. Ну все, есть кабина. Поэтому сюда женщины едут. Здесь мы панели покупали. Помнишь? Самые любители, там написано. Да, да, да. Так вот это все, видишь, флажок одного человека посвящен. Флажки. Возраст. Да. Значит, мы приехали на Вальвайонт. Вот слева вот это заснеженный кусок земли. Вот это все. Здесь как ландшафт Марса был. Вот этот кусок, вот это все, 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 все. Это за буквально какие-то минуты съехавшая гора. Вон там сверху мы видим белое пятно, белое. Вот тут на этом холме был целый поселок. И, в общем, этот поселок вместе с горой съехал вниз. Это очень мощная геопатогенная зона. Здесь чувствуется действительно, что даже сейчас существует некое напряжение в земле. Чувствуются какие-то вибрации такие непонятные. А вот это флажки, посвященные всем погибшим деткам и людям. И вот показано Бортолаццо Соня 1 год, братья Алессандро 14 лет, братья Чезаре 2 года, братья Ернандо 10 лет, братья Иранко 12, братья Лучано. В общем, ужасная трагедия произошла, поэтому это место, оно святое для итальянцев, очень красивое. Но в то же время и очень, да, очень такое, конечно, трагическое. Да, да, да. Sono una bimba mai nata. Двойняшки были. Да, да, да.